Новгородцы продолжают интересоваться судьбой аистов, которые по разным причинам не улетели из наших краев в теплые страны. Как оказалось, люди, пришедшие на помощь крылатым бедолагам, буквально спасли им жизнь. Черному аистенку из деревни Медведь очень вовремя была сделана операция по удалению из желудка инородного тела. Сейчас краснокнижная птица поправляется и уже сама с аппетитом ест рыбку. Но пока отпускать его в природную среду не представляется возможным. Пернатого пациента устроили на зимовку в одном из московских орнитологических центров. Его белый собрат, аист по кличке Аркаша, тоже готовится зимовать со всеми удобствами. Но уже в Великом Новгороде он получил настоящую индивидуальную квартиру. Гнездо ручной работы из ивовых прутьев изготовили специально для своего крылатого постояльца сотрудники конного клуба «Гордарика». Гоша опробовал новое гнездо. Да, Аркадий, ты наш прекрасный. Вот, возмущается, что я зашла, покушаюсь на его новое жилище. Аркадий очень придирчиво принимал плетеное сооружение в эксплуатацию, но все-таки старания людей одобрил и с радостью заселился в новый дом. Остается пожелать пернатым питомцам сытой, спокойной зимовки, так сказать, под крылом у старшего брата человека.